и телекунес, и телепай. О, и телепузики могли. Да. А дебилу известно. И не надо на меня так смотреть, у меня увлажнительная причина. Аффект бабушки, телекунес. Не начинай. За последнее время. Скажите, а что, по-вашему, могут значить цифры 23 и 33? А что тут думать? Ты тут какие-то дебилы, понятно. Вы что, 56? Это сама со мной, дура, да. Дурой. Но я-то не дура. Нет. Я себя отлично чувствую, пока он не начинает... Ну, на... Максим, а что это за человек? Я тебе нормальные вещи втираю, втюхиваю, а ты... Ну, ладно, сука. Мне как-то немножко не по себе, что-то я мандражирую. А, боишься, да? Да не. Все, тихо, не надо, я сам без членов вмешательства. Лови. А я тогда... А ты, да, все черные дыры твои, ты можешь, ты проследи за ним. Слушай, переезжай ко мне, а нахрена тебе этот Макс? Мы с тобой вдвоем столько бед наворотим. Куда, куда, ясно куда. Взад, на будущее. Интересно. Дыроведом глаз да глаз. Ой, иди давай, барабзди пространство. Фу, фу! Я его задержал! Да я понял, понял, умничку какой. Умничку какой, да. Гнездо, ты как? Птенцы целы? Ну-ка, голос. Гав-гав-гав. В смысле, да, птенцы целы, сука, больно. Если был бы у меня прибор, я бы сразу понял, что это психи, и не страшилось бы со мной. Я знаю, что я баран, что ли. Я знаю, что он читает мои мысли, но я же не могу остановить понос своего подсознания. Ну я же не Вуда. Ага. Вот как быть? Как космонавты. Смотри. Ну, смотри, знаешь, почему космонавты в скафандрах-то ходят? Чтобы внеземные цивилизации не прочитали их мысли. А где сейчас скафандр-то возьму? Скафандр — это понты. Обычного ведра достаточно. Да, конечно. Ведра. Что, за дебила меня держишь? Полондра, боцман, чайки на пирсе. Так, оба свободны. Благодарствую, барин. Останьтесь. Покажу вам сейчас мастер в глаз по расколу. Понял, терминалов? Холодец тебе. Оставим. Мне за это ничего не будет. Вот в чем прелесть. Сука ж завидно. Я подумал. Ну, многое оправдывает, да. На самом деле... Ты женщина. Да подожди, я сейчас забуду. Аффект бабушки. О, в этом случае скорее дедушки. Да я знаю. Это не то, что ты подумал. Я просто хочу поменять цвет ауры. Не дебилу все понятно. Этот перед мордой машет, потому что вот от этого чмо в шляпе воняет, просто несет. Бицепс, трицепс. Ой, здравствуйте, девочки. Вернуть себя в спортивную форму. Возбудился. Ну, сука, козел. И мне мандаролы. Три. Слушайте, уроды, пошли отсюда вон. Я не понял. Это... Обидно, да, Игорь? Да ни хрена себе. Слышишь, ты? А ну давай, я тебя прикрою. Я тебя спрашиваю! Ты заколебал, честно. Ты решил его грох! Ты же дзудой, стань тудой! Я работаю! Голубой! Ты сам-то голубой! Голубой! Я сказал, рот закрой. Голубой! Рот закрой. Голубой! Я сказал, рот закрой. Голубой! Я до тебя доберусь! Игорь, голубой, это фигурально, просто цвет! Голубой! Я тебе дам голубой! И что, Леша, и что? Ну ты запросил. Ну второе самоубийство. Как вы это вяжете, Леша? Турникеты боишься, это подзор.
А ты боишься клоунов, воздушных шариков, голых моряков, креветок, калькуляторов? Рот закрой. Кто тебя запер? Кто тебя запер? Кому ты нахрен нужен? Голубой. Это ты голубой. Голубой. Ты голубой. Голубой. Хорошо, хорошо, голубой. Как скажешь. Читал, на сайте экстрасенсы.ру.ком нет. Лук меняет цвет ауры. Даже не спрашивай. Игорь, он максимум меняет ее запах, понимаешь? А ты не нюхай в меня. Я могу немножко преувеличить, но не рвать. Я в библиотеку. Давай. Это космонавтов метод. Это он защищает от проникновения двойного. Голубой! Так сам ты голубой! Заладил! Я сейчас не вру! Варги, курбом скорей, 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 скорей! Скотина! Я тебе говорю, он расчленил свою жену, а потом отравил. Не перегибай палку. Ты не надо мне тут преступника выгораживать, а то я и тебе палку перегибу. Ты как свернулся? Нет, это не простуда. И тебе говорю, это все маракас. Гнездилов, какие маракас? Которые нельзя есть с кожурой. Ты пьяный, что ли? Если бы я отравил серийный расчленитель, подсунул мне фрукт с кожурой? Скотина! Он меня пожизненное получит с компенсацией. Контрабанду! Тебя аллергия на маракую. А я тебе о чем? Дай мне, Ленка, дай мне что-нибудь. Дай. Гнездилов! Да что ж ты творишь? Ну куда документами? Я выровняю. Нужно промывание желудка. Есть таблетки, но у них побочный эффект. Давай быстрее, не видишь, я умираю. О, вот это я понимаю, таблетки. Одну выпил и все в порядке. Пять минут. Полет нормальный. Никаких спецэффектов не ощущаю. Таблетки от Алиоп. В
Может, лучше промывание? Не-не-не, клизма не наш метод. Дай мне другие таблетки. Импортные можно, даже контрабандные. Киру, пес остается с тобой за старшего. На кой буй он мне нужен? Это все из-за того, что я от клизмы отказался. А все от начищенной мокасин с кожурой. Илон Макс Теслю в космос запиндюрил, а у нас чесалки в отделе нет. Я соучастник вскрытия. Я где помог, ну. Пятьдесят секунд. Посижите мне, пожалуйста, что-нибудь. Капитан Гнездилов, подъем! Я не сплю!